А, вот все, начался. Вот, ну, я нужно было нажать на начать эфир. Да, просто заново говорить. Давайте-ка, наверное, сначала удостоверимся, то, что все нормально. Вроде как. Да, походу все. Во, все нормально. Короче, люди. Я, ну, сейчас, может, кто-то не услышит, но кто-то, может, кто-то услышит. Мы пытались, ну, мы запустили вроде как стрим, но я начала что-то обижаться, что что-то там не так, что-то меня никто не смотрит, или это поля. Но потом я резко вспомнила то, что сегодня же должен был выйти закон о защите детей, и получается, на стрим нужно тоже добавлять, типа, для детей, не для детей контент. Не, конечно... Здорово, Перплугай. Да, конечно, закон правильный, нужно детей защищать от всякой ненужной информации. Вот, например, ну, если взять, например, видео мистера Макса, мисс Кэти, как там она. Ну, в плане, просто они должны быть для детей, ну, логично. То бишь, ну, не обязательно смотреть это в подростком. В плане хотя бы лет до 15, наверное. И, да. Ну, и я сначала не поняла то, что он вообще... Ну, короче, какая-то фигня произошла. В итоге мне пришлось запускать в новом... В новой фигне... Ну, в новых трансляциях, получается, уже. Сейчас, наверное, даже включу экран. Сейчас Майнкрафт, извините, на секундочку вырублю. Так. Экран в целом, вот. Да, YouTube Back. И вот, короче, я запустила, ну, уже... менеджер трансляции, типа, я буду его так называть, он получается вот, вот такой вот теперь. И там нужно вот, когда когда ты создаешь саму трансляцию, там ее нужно будет постоянно создавать, наверное, как я поняла. И получается, он там сразу тебе дает, нужно для детей или не для детей. Ну, типа, контент для детей или не для детей. Поэтому и нужно будет ставить галочку куда, ну, как галочку, точечку. Так это или не так? В общем, да. Сейчас выключу обратно чисто Майнкрафт, чтобы вы не видели, что я мне тут занимаюсь. Вот, все. Чисто у вас будет теперь Майнкрафт. Ну и сейчас, получается, мы сейчас полтора часа поиграем, потому что мне нужно будет домой уехать. Так я сейчас нахожусь вообще не дома. Дома, но не у себя дома. Из-за того, что... Мы, короче, когда начали, 9 минут буквально мы это все дело снимали, может, оно сохранилось, на самом деле, даже будет прикольно, мы, получается, загоняли вот это чудо вот сюда, потому что она могла вырваться, она очень... Или он, не знаю, чуя, наверное. Но тут уже решит Максон. Короче, вырывался из поводка, или вырывалась, не знаю. Короче. И мы решили вот это вот чудо вот сюда как-нибудь. Ну и на поводок все равно. Так, слушай, давай как сейчас переспим. Ну как, поспим. Блин, извиняюсь. Ну поспим. Я сейчас не в доме. Получается, мне придется постоянно запускать стрим как-то по-другому. Нет. Ну, просто... Ну, ты же сама видела, даже... Так я когда пыталась... делать стрим через вот этот именно менеджер трансляции, я так буду его называть, сейчас повторяюсь, у меня он не сохранился. Вот, потому что ну, сейчас пришлось вводить. Ничего, она там дышит, не боись. Да. Тут пока что только русский пишет. Написал, конечно, английский человек. Так. Я вижу, ты не в доме. Иди домой. Ночью? А, хотя, в принципе, у нас этот... А, он, 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 он,
оно село. Сидит. Ты этого не видишь, но оно сидит. Больше не сидит. Оно очень быстро сидит, так что не успевает поспать. Так, короче. Теперь мы окончательно переехали. Я надеюсь, что это правильно будет. Окончательно мы переехали из своего дома на улице в дом нормальный. Я просортировала тут вещи, такая барахло, тут инструменты, броня, тут травка, не обращайте внимания, ручницы всякие, чисто камень и блоки разные, ну и тут пожар. Ну там на втором этаже вы видели уже кровать, и вот здесь я сделала механизм спускной. Я великолепно. В общем, мы, наверное, будем как раз-таки на эти полтора часа, я буду тут что-нибудь делать, в плане, я хочу сделать, получается, вот здесь пока что коридорчик такой, ну, как коридорчик, или, типа, гостиной, не знаю. Ну, короче. И, получается, оно лежит. А, все, не лежит. Ну, и, короче. Окей. Сделаем мы, ну, возможно, уже не на этом стриме мы сделаем, а на других стримах через неделю. Я хочу сделать автоматический сбор урожая, так сказать, и бассейн пока что, по крайней мере, я хочу вот это все сделать. В твой дом, да, пока ходить не буду, уже когда ты придешь, покажем, что там да как. Нет. Нет? Я хочу набрать свою аудиторию, чтобы сама снимать. Ты посмотри на них. Да. Моей аудитории тебе не хватает, которая состоит из одного человека, который приходит на стрим. Да. Когда мне 4 на канале. Опять. Вы видели, только что лежала. Что ты смотришь? Почему у тебя глаза в разные стороны? Хотя не, вроде как сбоку видно этот еще пиксель. Значит, тут глаза не в разные стороны. Ну, то есть так смотри тогда, в разные стороны. Ну, или зрачки белые. Я всегда думаю о том, что у них просто зрачки белые. Вот и все. Что я хочу? А, да, я же говорила, будем обустраивать себе гостиную. Вот там вот, в подвале. Да, прекрасно. Это я... Ой. Нормально. Там у меня склад будет, в принципе. Почему по 16 стакается? Что стакается по 16? Снег. Снег, я не знаю, что он... Я не знаю, что он... В смысле мешки? Мешки по 16... Снежки. А, снежки? Ну, я поняла. Мешки. Чёрные. У нас есть еще одна печка. Что? А, YouTube у тебя? Да. Просто не хочешь показывать через телефон, поэтому буду через телевизор. Нормас. Не через телефон, так через телевизор. Звук же врублен, да? Mm-hmm. Да, звук. Прекрасно. Это что на пару секунд не падает. А, мои уши! Yeah. Хотя у них и так сейчас, наверное, уши свернулись куда-то из-за моего голоса. Мне противный голос. Да, да, да. Да, я сказала. Давайте вопросы. Чтоб нас кто-то еще смотрел. Когда просмотр сейчас ноль. Ну-ка, состояние. Аналитика. То один, то ноль, то один, то ноль. Ютуб не обижает. Тоже, кстати, верно, на самом деле. Такое бывает. Количество воспроизведений 14, кстати говоря. Тут можно количество воспроизведений смотреть. Прикольно. Тмос. Ой, ты ж мой тмос. Подписки. Вот мой чел. Мой, точнее, мой стрим. А это я не... А думаешь, я это знаю?
Этого нам не выбирать. Вот чат, кстати. Вот он. И что дальше? А, вот загрузка чата. Прекрасно. Задержка, вижу, нормальная. Мне надо очки надеть, а то я вижу, что у меня загрузка чата написана не очень в плане, ну, этот. Да. Бонни Лайф. Ну, я помню, когда там-то писал, да, на стриме, в каком-то там из стримов. Нет, не говори, что я лучшая, это неправда. Какая сессия? О чем вообще? У нас пока сессия, ну, пока что погоди. Ага, а у нас тестирование же. У нас завтра тестирование по-русскому же вроде. Мы вам тортик оставили. Так, ладно. Настя. А можешь мне сейчас насыпать, Настя? Интересно, что уж там делает Мосс? Так, ладно. У меня сейчас на секунду дёрнуло. У меня зубы слишком чувствительные к холоду. Чё подогреется? С помощью ноута. Нормально. Задержка, вижу. Промышленно такая. У меня кирка сломалась. Так. Что такое соседи? Что такое соседи, кстати? Ням-ням. Да, задавайте, что-нибудь задавайте хотя бы то, что мы тут ничего не делаем. Ну как-то мы делаем, это чудо там что-то делает, то свое. Вот, она ищет красители, я хочу обустроить себе гостиную в этом подвале. Да нормально. Да нормально, это же Майнкрафт, ты о чем вообще? Блин, задержка на самом деле большая. Она очень большая. Ну как, секунд 10, наверное. Или 15, или 30. На втором плане тебя назвать Тмос или можно. Ну, это, короче, моя одногруппница. Yeah. Под ником Тмос. Я еще, блин, сбилась, блин. Я считала, сколько задержка. Ну, около, да, в принципе. Помнишь?
ноутбука. Не, Тенька, Тенька, он ленивая жопа. Это во-первых. Возможно, не знаю. Извините, я кушаю. Если это чудо сможет сегодня поиграть, хотя вряд ли, то мы пойдем поиграем за Форест. В принципе. Наверное. Блин, ням. Да. Я попрошу уже окошку. Подождите. Ага, будешь сейчас есть перед компьютером окошку. Ага. Я ем перед компьютером окошку всегда. Ну, блин, тебе на стриме хватит нравится. Мне что, покушать нельзя, что ли? Нет. Вчера наелась. И сегодня тоже, но все равно я хочу кушать. И да, если бы, кстати, был бы Тенька, то через скайп. Потому что, как бы, мы не живем рядом. Хотя я хочу приехать к этому чуду чуть позже. Как-нибудь. Ну, по крайней мере, я хочу после второго курса. Но мама что-то как-то уже... Ну, что-то как-то мама меня не хочет больше отпускать, чем ты. Ну, я знаю. Мама больше переживает из-за того, что это просто потому, что это Ростов. Криминальный город, типа. Ну, он Унапа, это Унапа. Зато в нашем разговоре точно никакой задержки нету. Да, в принципе, это недалеко. Но проблема... Нет, проблема вообще первая пока что в том, то, что мне... Я еще несовершеннолетняя. То бишь мне... Ну, сколько там? Месяца два, наверное. Мне будет 18. Тогда, в принципе, я могу поехать, но будет... Это... Но проблема еще будет в том, то, что мне... Учеба, да. И поэтому я именно хочу после окончания второго курса. Ну, мы смотрели с мамой именно по... Вот реально прикладная информатика по отраслям также. Нет, он тоже же перевёл в другого вообще города, хочет из той же профессии, но у него год выше. То есть надо тебе учитывать, что год выше, что ты опять не год. Ну и что? Буду лишний год на втором курсе, ладно уж. Ну, может быть, я буду даже умнее своих сверстников, ну как сверстников, почти сверстников. Ну, потому что мы-то... Хоть и программирование мы должны изучать вообще на третьем курсе. Нет, мы не изучали программирование, мы изучали только основы. Ну, основы программирования, да, но они изучают все равно на третьем же курсе вроде. Нет. Разве? Нет. У нас просто решили, что сначала поизучаем цешку, а потом будем все остальное. Это Крупко решил. Но это не образование решил. Типа, ну, не в плане этого. А ты его включил или нет? Нет. Включить? А чё так? Ты хочешь, чтобы там МФС убили? А сейчас найду, я хочу ещё на себе сидеть там красного и жёлтого. Ну, синий можно сделать. Лазури, да, синий костюм, лазури. Коричневый. Каждый. Да, у меня в феврале день рождения, число вспоминать я уже... А у меня уже нет, не 12-го. У меня так, что когда 11-го, ну... Так. Ну, у тебя уже прошло, да. Праздновали мы вчера. И сегодня. Еще часик будем праздновать. Потому что потом мне домой. Часика, я хотела перед компом. Почему?
Вот видите, мне даже перед капом уже не дают покушать. А хотя я всегда кушаю перед ноутом. Кстати, флайер, или как там у тебя, не знаю, как правильно твой ник читается, потому что my English is very bad. Ты у меня дам... Флупер. Флаппер? Флаппер, наверное, да. Ты у меня... Я просто не знаю, ты вот сколько уже мой канал знаешь? С самого начала возрождения или как? Просто, блин, не знаю. Да. Так, ну, кстати, то, что я наговорила, он постоянно трындит мне о том, чем надо. О, нифига себе, ты, оказывается, олд. Hello, just hello. Вспомнил, как правильно читается. Я забываю, как правильно именно читается. Так. Сейчас это по листу нету. Ну как бы ты новичок на ютубе. Вообще мы сначала, сейчас, наверное, расскажу, вы, наверное, поржете с нас двух дебилов. Да, вчера я хотела ж постримить, нормально. Да, планировали с 8 до часа стримить. Да, мы планировали вроде где-то даже, с полдевятого, потому что ты голосование в этом устроила. Короче, пришлось где-то, наверное, с 10 начать. Да. Но у нас была проблема в том, то, что мы что-то вот мы проплыли в плане того, что у меня Майнкрафт лагал. У меня было вот 0 FPS. Не повторяй. Жопа. И мы долго пытались разобраться. Я видела. Мы пытались долго разобраться, в чем же проблема. И так как мы два программиста, мы начали лазить даже в коде. Зачем-то, да, мы начали лазить в коде, хотя это просто вот не нужно было нам. Но мы лазили. В итоге, сегодня утро. Просыпаемся такие. А давайте-ка посмотрим. Да, все-таки... А всё-ка... Нет, всё-таки давайте-ка посмотрим, как-нибудь надо решить эту проблему, да? Я застряю. Не застревай. Я застряю. Не могу. Я не могу. Да, я объясню, значит. Ты не даешь объяснить. Вот у меня же, получается, был... Я заходила через Optifine, чтобы не лагало сильно. Но в итоге оказалось то, что я там что-то накосячила, и из-за этого, как раз-таки из-за Optifine у меня Майнкрафт просто говорила, фиг тебе, на тебе 0 FPS, куда ты покинула. О, господи. Короче, да, мы два тупых программиста. I'm built a living room. Yep. Hello, exotic! Cease! Все, она счастлива. Ну, конечно, буду счастлива, когда у тебя сестренка приходит на стрим. Так, а что сюда пришла? Ну, взяла такая, пришлась. Интересно, все не подписаны на группу? Нет, не все. У нас всего 100 подписчиков в группе.
Так, мне нужна светопыль. О, сколько я сверху. Ты воду? Да. А. Сейчас увидишь скоро. Через 30 секунд. Я уже все. Я уже ешь, читаю. Там, где не почитала, в смысле? Почитала? Я говорю, я просто, она написала hello, я сказала hello, пыталась вспомнить, как правильно читается ее имя, я сказала just hello. Поэтому она мне сказала just hello, yep. Или yep, just hello. Короче. Ты меня недооцениваешь. How are you, sis? Я дом ведьмы нашла. Молодец. Не, наверное, на побольше насыпать. Много жёлтых цветочков. Ой, очень нет цветочков. Когда уже уходит, то хорошо. Возможно, мы еще поиграем, но это не точно. Ну да, когда я дома приеду, потому что, во-первых, я уехала, получается, еще вчера днем. По мне уже мама соскучилась, брат тоже по мне уже безумно соскучился, приеду, меня, наверное, заобнимают. Нет, меня заобнимают. Ясно. А, сори. And sorry, my English is very bad. I love you, sis. Кто пухленький? Если бы кота приручить, сейчас с этими обновлениями, если кота приручить, он потом может валяться на кровати. Лежать и бурчать. Ой. Мяу. Не знаю, что у тебя произошло, у меня все прекрасно, я собираюсь это такой. А у меня там немного было, когда блоков уже готово. Смотри, когда пойдешь, паришь в дом. Я включу на ее моем диске. Мяу-мяу. And Macau. Who remember? Так, хоть там что-то. Да. No. Здесь просто такой вот мут. Жарить нет. Меп. Я хочу, чтобы ты жарил, там собачьи кувшинки. Зачем тебе кувшинки? Чтобы делать дорогу. Маши. Мяу-мяу, мяу. Шеп? Овца? Да. Ну, еще и пом! Молодец! Начинаешь запоминать английский. У тебя руки с куратором просто вот тебе идут болото, ну, болото горит. С кем не попадает? Овцы же вроде бы овца, но нет. Да. Молодец, запоминаешь. А зуб как по-английски будет?
Это в множественном. А именно зуб? Нет. Тиф это на этот зубы. На зубы, не зуб. Туф. Там две О пишется. Мэнэл. Не, ты не поймешь. Ты, я же говорю, ты не поймешь. Ну, почти это тоже надо. It's funny. No. Мяу. My little meow. Масс. Нью! Я сюда полюпала. Не знаю. Спасибо. Дружила, блин. Тоже верно, конечно. Так, ну я бы это у нас есть. Я когда да, у нас есть все нормально. У нас идет, в принципе, уже достаточно. Но когда мы сейчас там оба поняли, что надо делать на теле. Очень много тела. Даже болот не надо, да? Болото у меня координаты есть. Я их сохранила. Хем. We go down, down. No! Сейчас через несколько секунд увидишь. А, в смысле? Мяу-мяу. Сейчас видишь, как это было эпично. Ну ты-то и сегодня... Ты где? Я? Я далеко. В смысле, ты далеко от дома? Прямо. Мне надо домой кто-то добежать. А, ну, в принципе, я координаты более-менее помню. Не, в принципе, Да-да-да-да-да-да-да, я вспомнила, какие там координаты, не боюсь. 254, 53 и 1126. Угу. А ты код напиши. ЦП сделай. А, в мой этот... Не бей меня, давай еще раз. 254, 53, 1126. Да подожди, не спеши. Еще раз. 53? 1126. Да. Почему у меня не сохранилось? А? А я не знаю. А ты же представляла кровати. В смысле, когда я перепила? Так я же ложилась уже на них. Ну, знаешь, плохо. Спасибо. Может, проблема, да? Да-да-да. Hello. Зачем тебе оцелот, если его нельзя приключить? Я же хочу собрать каждый твой парень. Ясно. Забыла? Она будет у меня меньше хлопок и будет висеть. И будет у меня зоопарк. Она еще черепах. Какая здесь дельфина поймать? В смысле, как дельфина поймать? Пусть они живут хотя бы они поживут на свободе, Настя. Я даже не знаю, как это объяснить англоязычным, потому что я не помню, как там что там, почему-то надо. Я делаю зоопарк.
я переставлю кровать, мне кажется, я поняла немного, до чего это, вся эта фигня, но это не точно. Придется вот так спать. Делайте. Зачем? Да, я не поспать, блин, как-то сначала еще. Днем. Как я днем посплю? А, закрылись пока. Пока я хотя бы не лягу. Просто ну просто хотя бы лечь на время. О, я нашла блок. Может, его ударить? Настя! That's bad idea! Это, наверное, этот костер. Да. Давай к тебе. Мясо. Я потом опять. Тут три точила? Ничего себе. Сундук. Железо. О, кирка, которую можно сломать. Ягоды. Жрачка. В смысле твоя деревня? Ты сама говоришь, ты вообще-то хотела сама там строить что-то, да? Я хочу таз, деревню делать. Ауч. О, ню-ню. Лэмбэк. 4, 5 пирога. Белки. И семена. Я семена не нужны. А еще? Нет. О, ты пирог. Ты сама можешь делать спокойно тыквенный пирог. Да. Я знаю, что я могу, но я не хочу. Отлично. Я нашел то, что я хотел. Колокольчик? Нет. Колокольчик у меня уже есть. А, у меня это колокольчик. У меня, может, в сундуке посмотреть. Ты просто что-то рядом потато. Хоть пироги ставятся. Пироги-то остаются. Who want potato? Potato. Тут два костра. Я не люблю картошку, я люблю картошку. Ну ты понимаешь, какую я люблю картошку, а не люблю какую картошку. Я люблю жареную картошечку. Я люблю сладкую картошку. Я поняла. Поняла? Да, я поняла, но этого не поймут в любом случае. Sweet potato. Батат. Мяу. Они не понимают. Не пойму, только мяу. Так. Мой маленький житель валяется. Батат. Я не помню, как вы. Потейто. Sweet potato. Короче, они любят все картошку. Я не люблю картошку. Ну ты любишь картошку. Я люблю сладкую картошку. Есть такой пироженка, сладкая картошка. Я, ну... Кто это знает, кроме нас, русских? Ой, я чуть не это поготовила. У меня есть картошка. У меня есть любимая штука. Ты домой ты потерял? Да. I love you, sis. Кому ты любишь? Я сказала, я люблю тебя, сестренка. Экзотик моя сестренка. Я слышала просто сис. Сиса сказал. Типа сис это сестренка. Или сиси. Понятно, изучаем английский язык на стримах. Мяу-мяу, Эмми Кэл. Don't ask, please. Вот видишь? Ну да. В принципе, логично. Я поняла, что в этом колокольчика. Ну нету, у меня дома есть. Я пойду дальше собирать. Я нашла еще одну лицу, можно ее убить. Вот. Что за язык?
this language? I don't understand. Spanish? Polish? I don't know. Зачем? Ты посмотри на нее. Сори. Окей. А, шведский, я поняла. Thank you, sis. Кто когда отходил? I'm Russian stupid girl. Вот снежный. Серебро надо. У меня все уже хватит, успокойся. Да, ну хотя я могу выбросить ненужное. Ну все, ты отрепортируйся. Да мне не нужно, я сейчас скину. Я все побежала дальше искать. Я скину. Куда ты? Я собираю дальше скину. Ты жопа. Да, я собиратель. У нас в рейсе... Оу, живи. У меня тоже проблема небольшая, больше с отцом. Кого что? Ну, у него там с отцом будет проблема. Так, что домой? Ой, открыть белый краситель. В мире есть белый краситель. Да, есть белый краситель, представься. Ландыши, ландыши. Смешайте. Мяу, no. I'm a little stupid girl. Stupid, я сказала. Ты тупой по-английски. Я сказала, что я тупая. Нет, ты не супер. Я тупая и непонятная. Нет? Да. Да. Нет. Да. Нет. Yep. No. Yes. No. Мяу. 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 I want a cookie. Новый рецепт, загляните в справочник. О, кстати, я уже о чем говорю. А у меня он вроде был где-то. Да, у меня именно вот эта фигня была. Bone meal. Сейчас будем делать свинфайн. Так, сколько время? Блин. Сейчас уже 5. Ну как? Ну, только 5. 5:17. Еще вопрос. А Василий? Ой, господи, про вас вообще не напоминает. Орелс! Видишь, все как хорошо. Не, я помню, я делала дизайн, знаешь какой? Типа, этот, ты только через время это увидишь. Я этот, делала, получается, как, этот, лаву собирала. Типа ее за цветное стекло. Это классно смотрелось, кстати говоря. Лава? Да, это классно. Я знаю. Я делала, помню, я просто. Я делала, короче, шахматы из лавы. А, вот с каких ты времен начал с меня смотреть. А, вон, ну как. Ну вот. Я эту канал смотреть начал с видоса Wanna Play. Морариусан. Нам. I know you sis. I know you know. Объясняй, что ты говоришь мне. Типа, ну, она типа дает мне много Орео, но я сейчас говорю то, что я ее съем.
И потом сказал, что свинья нос. Еп. О, господи. Я ничего не вижу, Настя. Я в плане сейчас очки. Господи. Ты сейчас не представляешь, как я вообще просто сейчас не вижу твое сообщение, флайер, честно. Флаппер, извиняюсь. Вот сейчас я надел очки, хотя бы вижу что-то. Потом не зашло. Но я хочу чуть попозже... Нет, я хочу сначала выполнить все заказы, а потом опять на анимации на полгода аж вернуться. Хотя бы на полгода. А я буду делать Майнкрафт снимать. Крипер в нафер, я русская, поэтому можешь. Да. Еще можешь мне писать на русском, спокойно себе. Аном Юэлис. Сказал, что я ее съем. Ай, кокис! О, надо печенье сделать. Папа, пожалуйста. Ай, кокис! Мяу. Так, у меня реально появилась идея сделать так же. Так. Что? Ну, я уже сказала же это. Насчет этого, насчет лавы. А-а-а. Я, в принципе, могу заморочиться, почему нет? Я почти собрала все цветы, которые мне нужны, но у меня только один розовый. Мне кажется, я его тебе скинула. Ну ладно. Нет, я домой поеду, наверное, ну как, через минут 40. Сейчас еще 10 минут поиграем, я закончу стрим, потому что я покушаю, да, немного перед отъездом и уже поеду домой. Так. Ну, короче, ну я не знаю, построим ли мы потом, если... Если я затащу. Если она меня затащит, или если я попробую затащить теньку на... Этот. Ты помнишь моего брата? Ну, офигеть, ты олд, конечно. Хорошо, я передам привет. Оу! You can add me in Battle.net. In my Steam. Я типа пытаюсь сказать, что я могу, она может меня типа добавить в этот батлнет. Ну, my battle tag in my Steam. О. Так. Sorry, my English really is bad. Да, вот это... Реально да, вот молодец теперь. Мини-переводчик. Более-менее понимаю. Но иногда я вообще не подпячу вот так, о чём Так,
Что я хочу? А, я ж пыталась. О, ты коптильню, оказывается. А? Так, оказывается, коптильню взяла. Ты это... Покажи сапожку мой дом. Thank you, sis. Что говоришь? Они не стакаются? Типа, они не стакаются. В смысле? Они, они разных цветов, Настя. Я вижу розовый, нежно-розовый, короче, белый. Вижу, как через стиль. Блин, пока я дальше не прочитала, сначала не поняла, в смысле сходку делать. Я и так в другом городе живу, а еще ты сходку хочешь. В Дискорде, честно, не знаю. Учитывая то, что я немного социофоб, я могу максимум с людьми... Три-четыре человека могу с ними побеседовать. Но не больше, честно. Я могу ее заставить. Ты меня не заставишь, я буду... Я просто, да подожди, просто знаешь, я в большой компании, вот как вот даже в техникуме, я не могу, вот ты сама замечаешь, я в техникуме даже нормально ответить на вопрос не могу, препода. В смысле пух? Я знаю, что ты можешь, поверь мне. Нет, у меня социофобия просто, я не могу больше 4 человек выдержать. Значит. Я вас троих-то выдерживаю. Так было же, сколько человек? 4 человека. 6. Да не было 6 человек там, в смысле? Не было там 6 человек. Там была Настя, Саша, кто там? Господи. Настя, Саша, я. Ты? Ты? Ну, я не считается. Яна. Яна разве была? Яна. А, Яна, да. Яна. И все. Нет. 4 человека. Меня не считай. Там было... И меня не считай, и еще я плюс 6. Ну, да в смысле 6? Я тебя посчитала уже. А еще другая Настя. Ну я ее тоже посчитала. Настя, Саша. Настя, Саша, Яна. Ну тебе-то ладно, еще я могу. 4 человека, вот. Что ты? Она сейчас у нас спорит. Я ее заставлю, чтобы было хотя бы 6. Я не смогу, понимаешь? Ну, блин, вчетвером как-то не очень интересно будет. Если сходку устроить в Дискорде, то большую. Я могу как-нибудь, не знаю, хотя вряд ли сходку устроить, да, реально в Анапе, но если, ну, это вряд ли кто сможет прийти. Короче, ты пока не видишь, я уже к тебе домой прибежала. Я знаю. В смысле, там... Извините, что меня так проперло. Я же тебя люблю. Давай. Да-да-да. Я написал команду еще. Да-да-да, конечно, ты неправильно написала команду. Пока она не видит. Ну, это плохо. Че, не могу? Я тебе лапку вырвала. Я сейчас. В смысле сейчас? Ты же ничего не сможешь сделать. В плане не ТП, не... А, придешь сейчас? Че, подождем. Ты иди мне окрошки насыпь хотя бы. Сейчас подожди. Если насыпишь мне окрошки, я тебя врублю обратно. Сейчас подожди. А, все, я выхожу, да. А, я вас понял, ладно. Я все равно умру. Как-нибудь, но я сдохну, да? Я же тебя прошу просто с окна показать. С твоего окна. А почему я с твоего? Моя показать. Нормально. Дратуйте, дратуйте, дратуйте. Ты. Вот как с ней играть. Все, я пить. Ладно, 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 успокойся. Где мой этикет? Не у меня. Давай скидывай.
Извините, что меня так прёт, честно. Тык. 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 Ладно, ладно, всё. Как делать свитер? Свитер, думаешь, блин. Чай просит. Извините, что меня так пропёрло, но мне стало смешно с этого. Да, ей стало смешно. Давай поспим, а. Я легла. Тыкаемся. В смысле ты не ложись? Ложись. Иди насыпь меня кружку. Сейчас стрим уже, наверное, будем наказывать. Я знаю. Наверное, мы сейчас уже будем заканчивать стрим, просто потому что мне надо немного поесть и потом собираться домой. Возможно, я постримлю еще с Тенькой, хотя сейчас зовут это чудо уже не Тенька, а Джисва. Ну, или Максон можно называть. Не знаю, будет ли он против, не против, точнее, того, что я называю его Максоном. Хотя не должен быть. Тихо. Может, мы постримим в The Forest, возможно. Такие. А, твои? Я цветы скинула. Куда? Сундук тут. Какой? Который ты мне сказала. Вот еще гонит на меня. Ладно, короче, мы, наверное, будем уже заканчивать потихоньку, потому что... В смысле, подожди? Короче, все. Если будет возможность, я постримлю с G-Sway... The Forest, потому что ну, хочется. И посмотрим, короче. Все, давайте. Всем пока. Возможно, скоро увидимся.